задачка нашего разноцветного марафона для тех, кто хорошо умеет считать. Не покладая ног и рук, всю ночь плел сеть лесной паук. И на рассвете мушку поймал в свою ловушку. А в полдень комара, ведь строил сеть не зря. В обед 12 мошек и бабочка в горошек. А божья коровка сбежать сумела ловко. Садится солнце стало, и в сетку тля попала. И в сумерках еще 6 мух. А теперь считаем вслух, сколько насекомых в сеть умудрилось залететь. Наш разноцветный марафон задачек мы продолжаем и поговорим об удавах. Удав решил свой выходной дома провести с семьей. От радости супруга Клава нежно обняла удава. Прильнули к папе три сыночка, а с ними и удава дочка. Сплелась семья в большой клубок, а сосчитать ты их бы смог? Наш разноцветный марафон задачек опять вернулся к вкусному. Утром мама пирожки налепила, как снежки. С груши начала считать. 2 + 3, конечно, 5. С яблоками как нам счесть? 3 + 3 считаем, 6. И со сливой хватит всем. 5 + 2 считаем, 7. С вишней любите, мы спросим? 2 + 6 считаем, 8. И с корицей тесто месим. 5 + 5, конечно, 10. С персиком еще дымятся. 2 десятки вместе – 20. Раз горох не так уж дорог, 2 по 20 будет – 40. А с капусты зато 70 + 30. Ответы ждем в рисунках и комментариях. Удачи вам!